Кубок это все-таки не чемпионат, в принципе, играешь до ошибки, поэтому, может, была какая-то нервозность, но тем не менее, после первого тайма стали играть по-другому, более агрессивнее, поэтому получались моменты, могли забить больше 3 мячей. Поэтому... Сейчас надо быстро переключаться и готовиться к Ростову. Наверное, игру предопределил именно твой гол, да, который позволил действовать более раскрепощенно. Я бы не стал говорить о забитом мяче. Мы хотели забить быстрый гол, но, к сожалению, не получилось нам. Да, если бы забили быстрый мяч, я думаю, игра по-другому пошла. Но опять повторю, что играли сконцентрированно, потому все ребята до последней минуты, поэтому счет закономерен. Следующая игра уже через 2 дня. Наверное, график не самый привычный. Ну, непривычно, но ничего не поделаешь. Сейчас надо готовиться, опять же. Осталось 2 дня и вылет в Ростов, поэтому нужно переключаться, забывать кубковый матч и исправлять те ошибки, которые мы сделали в чемпионате.